«Все для фронта, все для победы» – не просто лозунг тех военных лет. Так чувствовали все, кто был в тылу или на передовой, приближая священную дату. Вот только некоторые исторические факты о вкладе нашей республики в общую для всех победу. На фронт ушел каждый пятый казахстанец – около 1,5 миллиона человек. Дважды героями Советского Союза стали четверо – Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Сергей Луганский и Иван Павлов. Не щадили себя и женщины-герои – Маншук Мамедова и Алия Молдагулова. Всего 528 казахстанцев получили высокое признание мужества и отваги. 110 имеют ордена славы. Теперь о подвиге тыловиков. 9 из 10 пуль войны были отлиты на нашей земле. Сюда эвакуировали 220 заводов и фабрик. На фронт казахстанцы отправили 1500 вагонов с одеждой и продуктами. Также 150 тысяч лошадей. Вклад страны неоценим. И за каждой цифрой стоят колоссальный труд и жертвы.